Здравствуйте, друзья. Я за камерой, чтобы были две руки свободны. Значит, Armadale Pro. Фидерные катушки. 4500, 5500. У меня в руках 4500. В принципе, хорошо регулируемый фрикцион. Облегченная шпуля с такими дырками. Ну, ничего плохого сказать о катушке не могу. Соответственно, наличие заднего тормоза крайне важная вещь. Ну, для меня лично, хотя сейчас я очень огорчен, что многие катушки не делают уже задним тормозом. Задним оходом, точнее, не тормозом. Значит, по показателям. Смотрим, 7,5 на фрикцион, нагрузка 5 к 1. Подшипнику, ну, соответственно, 0,22-160 влезает, 9,1 подшипник, 5 к 1 передатку. Передатка. Спешу, неверно сказал. Значит, в комплекте, в принципе, такие прокладки, инструкция, пакетики и вот такой чехольчик. Извините, что приходится одним глазом в камеру, вторым глазом на катушке. Поэтому кое-что, может быть, что-то не попадает в кадр. Значит, 5500, ну, такая мощная уже, хорошая, тяговитая катушка. Мне она лично нравится. То есть я с ней ловил на Оке и на Волге. С фидерами до 180 грамм я ставил. То есть отлично тянет. Действительно, прям такая мощь чувствуется. Без напропалую, что называется. Да? Металлическая здесь клипса. Также есть обратный ход. Это вперед, видите, вот оно фиксировано. И обратный ход. Значит, по показателям 7,5 на фрикцион нагрузка. Ну, антиреверс, 4,3 передатка пониженная, соответственно, катушка тяговитая. 9 подшипников, 0,22 мм диаметр, влезает на шпулю 190 метров лески. Покупайте в Multifish, ждем заказов. Мы официальные представители флагмана в России –